Депутаты от «Единой России» встретились с коллективом физкультурно-оздоровительного комплекса «Барвихи», осмотрели состояние учреждения и обсудили с его сотрудниками дальнейшие перспективы работы. Здание эксплуатируется давно, принимает ребят не только из «Барвихи», но и из соседних Успенского и Одинцова. Физкультурный комплекс нуждается в ремонте. Сотрудники попросили депутатов уточнить сроки строительства еще одного ФОКа в поселке и стадию согласования документов. Обсудили и ряд других вопросов, связанных с развитием молодежного спорта.